Обзорный матч Локомотив Авангард. Первый гол у нас, получается, забивает Локо. Неплохо. Второй гол у Локомотива. Прокоркин тут же поднимается. Получается так, что, как и в предыдущем матче, в этой игре в целом не так уж много ударений. Кирьянов, передача, Иван Чехович, гол! 2-0, Локомотив все-таки забил. Тоже красиво. Парашютиком. Авангард. Чувачок. Хорошо. Третий и четвертый гол получается у Лока. У них третий. Хорош, кстати, вся был момент. И просто опять красиво. Оканчиваем на этом матч. Фан-зона. 61% за Локомотив, 39% за Авангард. Броски поворотом 23-28. Вот так все.